Всем привет! Меня зовут Настя, я давно веду этот канал, и сегодня я хотела затронуть тему, которая очень важна, и мне почему-то кажется, что, затронув эту тему, я могла бы быть полезной для многих. Это тема зависимости в семье, тема того, как жить с этой зависимостью. В моей семье уже почти 3 года существует зависимость. Зависимости бывают разные. Я думаю, что какие-то мелкие зависимости, они присущи каждому человеку. Но есть зависимости, которые разрушают жизнь самого зависимого и жизнь людей вокруг него. Научным языком говоря, созависимых. Это может быть друг, это может быть мама зависимого человека, жена, дети и все, кто его окружают. Люди, которые тяжело переживают зависимость близкого человека. Помимо того, какие могут быть зависимости, они еще различаются на разных уровнях. Это, например, химические зависимости, такие как наркомания, алкоголизм. И ментальные и психологические зависимости, которые точно так же имеют очень много-много разных подразделений. Независимо от того, какая зависимость у человека, это очень разрушающий голову и организм процесс. В моей семье не химическая зависимость, и, соблюдая анонимность, я не буду говорить ни о человеке, ни о том, какой вид зависимости, потому что в целом я хочу сказать, что процесс выздоровления от зависимостей, он очень похож. Что помогло нам, нашей семье, это найти группы для зависимых и созависимых. Это система, которую придумали еще американцы. Наверное, часто вы видели в фильмах эти 12 шагов и анонимные программы, когда люди садятся в круг и по очереди, называя свое имя, говорят свою принадлежность к зависимости, высказываются, делятся опытом. Я на тот момент, 3 года назад почти, я не знала о существовании таких групп в России, в Москве. Сейчас я знаю, что этих групп очень много, и я буду говорить от лица созависимого человека. То есть человека, которому не просто не безразлична зависимость близкого, но и человек, который от этого пострадал в том плане, что очень близко я принимала это к сердцу, мне было больно о том, что я узнала, я не понимала, как жить дальше, и я была буквально на дне в момент, когда я об этой зависимости узнала. Важно сказать, что на этих группах я поняла, что зависимость — это болезнь. Это не просто желание человека, какое-то бездумное желание человека сделать глупость, да, какое-то наивное детское желание, там, да, в разных зависимостях по-разному, да, это проявляется, там, бесконечно, например, сидеть перед компьютером, такая зависимость, как игромания, либо тратить бесконечно огромные деньги, там, на шопоголизм, бесконечно есть, это анонимные переедающие, то есть этих зависимостей очень-очень много. Я приведу примеры, чтобы было более понятно. Это есть самые такие основные зависимости, про которые, наверное, знают все, это наркомания и алкоголизм. И далее идут разные ответвления, наверное, уже не на химическом уровне, а на психологическом. Это шопоголизм, сексоголизм, игромания, переедание и так далее, и тому подобное. Там даже есть зависимости от курения, зависимые от интернета, от гаджетов, и этих групп очень много. Если вдруг ваш близкий, ваш родной человек понимает про то, что он зависим, то очень важно, чтобы он сам захотел пойти на группы. Но помимо этого, важно, чтобы и вы пошли на группы для созависимых. Что мы делаем на этих группах? Все примерно так же, как показывается нам в фильмах. Мы садимся за стол, мы представляемся, мы говорим: «Привет, меня зовут Настя, я...» И далее мы называем свою принадлежность. Это анонимные группы, в которых
соблюдается полная конфиденциальность вас, и при соблюдении правил группы никто из присутствующих за столом никогда не вынесет то, о чем говорилось, за пределы комнаты. Именно поэтому я довольно аккуратно обхожу сейчас тему того, кто зависим в моей семье, и говорю довольно общие вещи, но очень хочу донести, что группы мне помогли. За 3 года я сделала очень большую работу над собой. Кажется, что если ты узнаешь о зависимости человека, близкого, то непонятно, зачем работать над собой. Я точно так же говорила, я хороший человек. Я ничего плохого не сделала, и зачем мне работать над собой? Это сначала может быть непонятно, но когда вы идете на группу, то вы видите опыт впереди идущих и опыт выздоравливающих, которые могут быть в программе 10, 15, 20 лет. И то, как они реагируют на события, которые происходят сейчас в их жизни. Вы видите это, я видела это, и я понимала, что они счастливее меня, они здоровее меня. И как странно, что они могут реагировать на какие-то события в их жизни с любовью, с принятием, с тем, что они полагаются не только на себя, не взвалили на себя всю вообще свою жизнь, а что-то они отдали высшей силе, за что-то они несут ответственность самостоятельно. Я хотела научиться так же, и с головой окунулась в программу. Это не сразу произошло, это произошло постепенно. Сначала у меня было отторжение однозначно, мне не хотелось, я не причисляла себя к этим людям. А потом я поняла, что я просто лукавлю, и точно так же, как зависимый человек, я просто не признаю свою болезнь. Еще стоит сказать, что зависимость — это навсегда. Только человек может выздоравливать, и выздоравливать может всю жизнь, а может всю жизнь срываться и продолжать подпитывать себя вот этими какими-то веществами или какими-то вещами, без которых тяжело обойтись зависимому человеку. Точно так же, как и созависимый человек, сейчас я говорю про себя, я созависимый человек, это точно так же болезнь, неизлечимая, как говорят, болезнь, которая требует постоянной работы над собой. И важно, что срывы, отшаги назад, это точно такой же процесс выздоровления. Когда я срываюсь, а у меня срывы — это психологические срывы, когда я не вывожу, когда я делаю многие вещи не от любви и без Бога, то я это чувствую. И вот это чувство сейчас, которое появилось в группе, что я что-то сделала без любви, я уже замечаю это, и я могу поработать над этим. В программе есть много инструментов. Вы скажете, что же делать, зачем я иду на эту группу, если со мной все в порядке. Но как показывает практика и как показывает группа, со мной не все было в порядке. Я поняла в группе мои дефекты, над которыми я сейчас работаю, и у меня есть наставник, с которым я могу поговорить. И самое важное, что на группе люди абсолютно тебя понимают. Это не то же самое, как поговорить с подружкой, с родителями. Программный человек, он никогда не даст тебе совет. Он только может дать тебе обратную связь, основываясь на своем опыте. И это очень помогает, потому что ты не чувствуешь никакого давления, ты можешь брать то, что тебе важно на группе, а можешь понять, что это не твое. За эти 3 года я прописала 4 шага, и сейчас я на 4-м шаге. Что это такое? Шаги — это вот эти 12 шагов, про которые мы слышим в кино, может быть, читаем в каких-то книгах. Это система, при которой и зависимый, и созависимый человек работает над собой и знакомится с собой. Для меня это удивительно, потому что, как кажется, к 30 годам я вроде бы знаю себя, я такой взрослый, я умный человек, и у меня уже 3 детей, и
боже мой, о чем нам можно с собой знакомиться? Я всю жизнь сама с собой прожила. Но, как оказывается, многое я не принимала в себе и не хотела принимать, и даже признавать я не хотела. И вот это вот написание рукой, я смотрю прямо на свой дневник, который у меня практически всегда лежит на месте. У меня уже такие большие кипы этих дневников. И когда ты пишешь рукой, отвечая на вопросы, которые тебе дают, довольно глубоко анализируя эти вещи в себе, вещи разные, и вопросы разные, и бывают неприятные для себя вопросы, но важно, что они касаются только тебя. На группе ты никогда не будешь сплетничать, никогда не будешь обсуждать другого человека и даже зависимого. На группе говоришь о себе и о своем опыте. Все эти вещи и эти инструменты, которые дает программа, она помимо того, что написание, да, вот эти шаги, прописывание шагов, работа с наставником, она дает маленькие разные инструменты, которые помогают просто в жизни, и инструменты программы мы потом несем в саму жизнь, и это очень упрощает общение не только с зависимым человеком, но и с людьми вокруг, с близкими, с незнакомыми, с неблизкими. И я чувствую спокойствие за эти 3 года. Я чувствую, что я больше не загадываю на будущее и не живу ошибками и своими, и чужими, ошибками прошлого. Я нахожусь здесь, вот прямо здесь, прямо сейчас. Я сижу и разговариваю с вами. И это мой принцип жизни — не писать сценарии будущего. Потому что любое написание сценария вашего будущего, оно может вас расстроить, потому что оно будет плохое, или оно может вас расстроить, если оно хорошее и оно не сбылось. Поэтому это совершенно непродуктивный способ жизни. Это видео я записываю только для того, чтобы тот, кому близка эта тема и у кого есть зависимости в семье, и помимо зависимости, которые я назвала, есть еще разные группы для ВДА. Это выросшие дети алкоголиков. Это те, кто жил в семье алкоголиков в детстве и рос при этом, и кто травмировался этим. Я не могу называть никакие названия групп, у каждой группы там свое название, но я могу просто сказать вам, что вся эта информация есть в доступе в интернете. Я скажу, что эти группы бесплатные, и когда я искала в самом начале, кто же мне поможет, и нашла эти группы совершенно случайно, я подумала, какая хрень вообще. Потому что с детства меня учили, что бесплатный сыр, он только в мышеловке, и мне точно там никто не сможет помочь, и вообще я не считала, что мне нужна помощь. Но уже когда я понимала, что я на таком дне, что мне хочется просто уйти из этой жизни и не бороться, просто перестать существовать и бороться со всем этим, с болью, которая была внутри меня, то я попробовала, и мне это отозвалось. И сейчас я понимаю, что мне не нужно бороться. Мне нужно просто жить и любить. Я огромную поддержку даю всем, у кого похожие ситуации. И хочу на своем опыте сказать, что выздоравливать можно, выздоровление возможно, не только ваше, но и зависимого. И самое важное, что выздоровление всей семьи. Я ответственна за 3 детей, и мое поведение меняется в группе. Я вижу это с каждым днем и с каждой маленькой работой над собой. Я это вижу, и я благодарна за то, что группа пришла в мою жизнь. Спасибо, что вы послушали. Вы можете задавать внизу вопросы, я постараюсь на них ответить, соблюдая принципы и анонимность программы. И опять же скажу, что простор интернета вам в помощь, если у вас есть какая-то зависимость или в вашей семье есть какая-то зависимость. Пока!